Приставы 26 апреля будут работать во всех торговых центрах города, на площадях, центральных остановках, также на вокзалах и в аэропорту. Масштабная акция «Узнай о своих долгах» проходит дважды в год и нужна для того, чтобы жители города могли оплатить просуженные алименты, коммуналку или кредиты без очередей в службе приставов. Для того, чтобы узнать нужную информацию, достаточно документа, удостоверяющего личность. В настоящее время на исполнении в структурных подразделениях судебных приставов Ивановской области находится 187 тысяч исполнительных производств различных категорий. С начала 2019 года в пользу юридических и физических лиц взыскано около 1 миллиарда. Сотрудники службы также расскажут желающим об онлайн-сервисе «Банк исполнительных производств». Это удобно и полезно, поскольку человек, когда имеет определенную информацию, он знает, как дальше ему поступить. Если у человека нет информации, соответственно, все его права могут быть ограничены тем или иным способом. Поэтому мы предлагаем обращаться к банку данных исполнительных производств, где онлайн есть информация. Там очень удобный интерфейс, туда можно ввести данные свои, фамилию, имя, отчество, и вам программа выдаст, есть ли оконченные производства, либо есть текущие производства.